успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, если ждал новый ролик по пятнице 13-й. Время пошло. Ребята, я только что присоединился в игру. Пятница 13-я. Быстрая игра, просто нажал. И вы посмотрите, что здесь происходит. Я не заходил именно в саму игру пятницы, не в бетку, а вот... Блин, давным-давно. Здесь вот реально творится о том, что мне писали подписчики. Здесь по 57 человек в лобби. И несколько Джейсонов, как я понимаю, да? А если убивать, то возрождаются. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Ну это капец угар. Погоди, я просто зашел, даже у меня не было выбора в лобби, там ничего такого. И здесь вот такая вот чушь происходит. Присоединяют сколько угодно людей. Бегают. Hello, guys. How are you? Hello, пузатка. О, здорово! А что здесь происходит в пятницу такое? Ты хер его знает. Вообще полная херня. Я вот зашел первую катку, и я охереваю чисто. Да, я тебя, кстати, не люблю в ютубе. Ну я вот снимаю как раз. Снимаешь? Ну да, хочу вот этот трэш показать ребятам. Еще один Джейсон прилетел! Погоди, не хватай! Не трогай его! Это даже не Савини! Ну почти Савини. Охренеть! Че, бокануть хочешь, да, на меня? А я могу застанить, интересно, тебя в стойке? А, да. Это чё вообще с пятницы, погодите? Это не вы все сделали? Нет, это читер. А сколько всего Джейсонов в игре? 10. Ага, а игроков всего получается 47 где-то, да? Да. Ладно, давайте убивайте меня, хочу посмотреть, что будет. Не-не-не-не. Не? Ничего не будет? Не-не-не. Это вообще жесть. Вы выжил? Музыка другая играет какая-то. Ребята, это пятница, оригинальная пятница. Я просто... А, это... люди. Завали еба. О, Нойер, здорово! Кузака. Охренеть. Фейк Кузаки, ура. Да, я фейк, как ребята, это? Фейк. Как я придурок? 174 тысячи опыта. А что с пятницы происходит, ребята? И всех выкидывают сразу просто в общепит. И сразу загружается, ребята. Что с пятницей происходит такое? У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ой, знаете, что я понял? То, что прокачка моя пятница 13 моя закрывается, потому что здесь 150 лево за одну катку получаешь. Чуть-чуть за Джейси сыграть. Нахуй иди, как тебе такое? Нет. А откуда у тебя столько озвучек новых? А почему три Джейсона? Так, кто играет? Как это вообще сделали такое? Слушай, а что с бета-версией у тебя? Её не сделают, все. Я... Была информация, что будет, а в итоге нет. Понятно. Вот-вот, то, что хреново. Бетки реально не будет. И мы будем наслаждаться только вот такой пятницей. I can't believe he killed them. Ё-моё, ребята, я даже не знаю, как в такое играть. Здесь даже сказали то, что... Ё-моё, я такого дома даже не видел, по-моему. Какой-то дом необычный, да? Вы смотрите.
А, сразу несколько Джейсонов, и смотрите, сколько звуков там. Чи-чи-чи-ка-ка-ка, чи-чи-чи-ка-ка-ка. Я даже не знаю, есть смысл, я даже не буду ничего чинить. Я хочу поиграться, посмотреть на Джейсонов. Сразу ребята русские попались, вот типа мои ребята, с которыми я раньше играл, Нойер там, еще кто-то из ребят точно, я уверен. И типа... А, и в каждом доме по газу и этому. Ключи, потому что уже нашел. Ну, то есть, тачку здесь возможно завести. Но, в принципе, читеры не так уж и плохо сделали с игрой. Она стала веселой, что ли? Ну, это мое первое мнение. Я не знаю, как здесь играется. Но, как-никак, ребята, которые играли со мной давно, сейчас мне попались. Значит, соответственно, всем нравится. Вот. Не знаю. Не знаю, как это все. Вы смотрите, раз, машина 2, машина 3, машина 2, лодка, и 2 лодка, и 3 Джейсона орудует. Вы смотрите, это новая пятница, реально, да нахрен это обнова с этим иксом, когда здесь такой экшен творится, ребята, я думаю, что это прикольно будет посмотреть вам. Пятница выходит каждую пятницу, вот, так что ждите по пятницам, пятница 13 на моем канале, вот. Собственно говоря, давайте, что ли, вообще игроков дохренища просто, дохренища. И всем выпадает рандомный Джейсон, как я понимаю. Там вообще был какой-то Савини, скрещенный с другим Джейсоном. Я этого, ребята, не понял. Ну, звуки, кстати, вообще имба. Ну, хотя бы, типа, знаете, есть баланс 50 игроков. И 10 Джейсонов. Но сейчас 3 всего лишь. Я не знаю, как они это определяют. Но все же. Так. Давайте мы это вот так с вами сделаем. Охренеть, конечно, взломали ее по-дикому, ребята. Зато теперь оптимизированно хоть быстро находит каточки, да? Что прикольно. Так. Бляха-муха. Сейчас Джейсон прилетит, убьет меня, да? И все. Так, раз, два, три. О, thank God, it actually fits. Чё, есть пропеллер? Нет, нету пропеллера. А нужен. Я знаю, я спирт там нашла, в доме бросила. Спирт? Ну да, вот он там в доме. Давай спирт бросим из магазина. Добро, а что за спирт ты имеешь в виду? Баллончик? А, вот так вот даже. Ну, короче. Так, рацию я не буду брать. Ха. Ну что, будем ломать стереотипы? О! Наши персонажи не только умные, но и красивые. Ой, блядь, не только красивые, но и умные, вы поняли. Слушай, это замечательные слова, я хочу тебе сказать. Вот была бы ты девочкой, это было бы вообще супер РП, а я был бы чадом, вот прям. Да, есть девочка. Но ты чад! Так. Ну, в чем проблема? Проблем нету, Джейсон. Так. Кузаха, давай тебя соблазню. Что говоришь? Давай тебя соблазню. О май гад, ну дай починиться, сейчас с тобой потусуемся. Давай. Паша по-другому меня спрашивает. Так, давай, чинись, такая медленная. Господи, я такая тупая, ребята. Ни хрена ты, погоди, давай выйдем на свет. Посмотрим на тебя красиво. Так, у давай, тебя давай, оружие какое-то. Ты еще и умная вообще. Ну-ка, постой на месте. Дай я покажу ребятам. Охереть, что с тобой не так, Джейсон? Ты не Савини. Ты не... Не Савини. Ты какой, Джейсон? Скажи мне, друг. А у тебя способности Савини? Нет, это, короче, моделька просто изменена, так я Джейсон в четвертой части. Ага. Ага, я понял. То есть ты плаваешь медленно?
Да. Сейчас покажу. Ну давай сейчас протестируем с помощью лодки твою скорость. Давай. Прыгайте, ребятки! А, она всем ждох местная. Ладно, Миша. Миш, да, все хуйня, давай по новой, как говорится. Давай я стартую по прямой. Ууу, пока, Джейсон. Я думаю... А если мы уплывем, что будет? Я не понял. Ой, мы не уплывем, да? Гантел! Давайте, залезай. Давай, заводи теперь ты или я. О, умничка. Дядя Андрей, успокойтесь, все нормально. Что со мной происходит? Я их не буду трогать, мы тут тусуемся просто. Аквадискотека. Все сюда, на аквадискотеку, ребята! Ребята, давайте к нам тусим. Здесь не трогай, у нас тусовка. Че, уезжаем, милая? А сколько катки идут в среднем по времени? А, ну, понятия, я обычно не играю на этом. А если уплывем, что сейчас будет? Типа... Минут 20. Мы будем в ожидании просто как спектейторы, либо выкинем за персонажа? Давай, попробуем. Интересно. Давайте, да. Эксперименты. Да какие, типа? Так, ну вот я сейчас типа выжил. Катка еще не закончилась. И в итоге что нам это даст? А, ну мы просто наблюдаем за игроками. А, в итоге просто наблюдаешь за игроками также. Я думал, мне дадут другого персонажа. Ну как-то такая вот пятница, друзья, теперь. Бляха, я ору. Козёл, блядь! Ты у меня еще кровью похаркаешь. Ты это сам все вырезал, вот эти вот ставочки? Друзья, вот такой вот обзорчик вам на новую пятницу, которую я еще не видел ни разу. Мое мнение, это угарно. Это что-то необычное и в то же время, ну, прикольное. Вот. Конечно, да, ушел тот момент игры, когда реально 7 выживших пытались убежать там и все это, а теперь это как-то все размазано, но зато больше угара, ребята, вот. Смотрите сами, хотите продолжение, пишите плюсик. Следующая серия будет уже угарная, состоящая полностью из угара, нарезка всех этих прикольных моментов с ребятами, вот. И ждите тогда уже в следующую пятницу новый ролик по пятнице, вот. А с вами был Кузака, подписываемся на каналчик, ставим лайкусики и оставляем свои позитивные и хорошие комментарии. Всем удачи и всем покусики! Когда бутылка встанет, она сразу скажет да. Твоя бутылка с дыркой, а моя бутылка с водой. Тут разница большая, лучше думай головой. Пыль через бутылку может каждый дурак. А ты попробуй лучше, сука, просто сделай так. Это новый тренд, и я знаю, ты за ним. Делай ботл флип, сука, делай ботл флип. Я кидаю ботл, и бутылочка встает.